вот две напряженные игры. Скажи, что не получилось у команды в первой? В первой нам просто не хватило собранности чуть-чуть, взаимопомощи, наверное, на поле. Ну, подстраховки, концентрации на штрафных, когда наши ворота били. Вот, и слишком рано автобусом начали играть после четвертого гола нашего забитого. Ну, вот, думаю, хорошо, что так закончилось. Вот в первую вы вели в счете, потом счет был сравнен. Как было выходить на вторую игру? Тяжело. Сами видели, мы вообще не бегали на второй игре, потому что физически мы очень сильно подсели. Ходили пешком, блин, крыпы все соки из нас высосало, можно сказать. Там вон, шутки на бровке, что-то травили, услышали. Типа, и слишком легко там для Баффало, что-то такое, ну, неважно. Ну, реально очень тяжело было играть после первого матча. Из-за этого проиграли. Но, тем не менее, каждый тайм во второй игре вы начинали очень активно. И после пропущенного гола, именно первого в каждом тайме, почему-то подсаживались. Это морально как-то сказывает? Да, морально уже как бы. Вроде забиваем, сейчас кажется то, что, ну, догоним, тут нам в ответ прилетает, и уже силы так нету, и, ну, морально и физически уже очень тяжело догонять. Вот сейчас тут идут разговоры об интриге в турнирной таблице, но, тем не менее, я хочу пожелать вам победы и первого места. Спасибо.